В выходные страна отметила третью годовщину исторического воссоединения Крыма с Россией. Референдум, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы республика вошла в состав России, состоялся 16 марта 2014 года. Не оставалось в стороне и Якутия. Главный митинг, посвященный этой дате, состоялся в Якутске, городе побратиме Севастополя, в минувшую субботу. Подробнее в материале Саргыланы Захаровой. Свою поддержку крымчанам жители Якутска вместе со всеми другими городами страны выразили на митингах, которые уже стали традиционными. Несмотря на то, что факты все еще пытаются оспорить на Западе и в Европе, россияне уверены, восторжествовала историческая справедливость. Эта дата значимая для всех жителей Булунского района, Арктики, потому что действительно, значит, Тикси, морской порт, строили жители Украины. Строили на века, это действительно были, значит, с Херсона, с Севастополя, с Ленинграда, и, в общем-то, оставили свой след. Ну, я думаю, здесь уже неоднократно сказали, что это историческое событие, когда российская целостность восстанавливается. То есть это, наверное, важно для каждого россиянина, якутянина в том числе. Одно удовольствие на таких праздниках собираться, потому что она дает позитив. Это объединяет всех национальностей. 25 лет назад, когда менялся исторический наш уклад жизни, тогда исторически Россия потеряла свои рубежи мировой экономики, мировой политики. Но сегодня, благодаря президенту Путину, все это возрождается, это восстанавливается. И чтобы мироустройство сегодня организовать с нами, с Россией же считается. Одним из неожиданных и самых захватывающих мероприятий, посвященных Крымской весне, стали соревнования на оленях упряжках. Как раз в эти дни в столице республики проходит межрегиональный слет оленеводов. Один из забегов посвятили этой памятной дате. Вдвойне мы рады за тех людей, которые этого давно хотели, которые проживали на территории Крыма. И вот сейчас мы туда не будем уезжать не в качестве гостей, а уже как на свою территорию. Активное участие якутян вне зависимости от возраста, национальности, отдаленности проживания доказывает, как важно было возвращение полуострова в Россию. И то, как нельзя переоценить значение этого события. Крым не только стратегическая территория, но и важная культурная часть нации. Саргылана Захарова, Иван Семенов, Юрий Осипов, Евгений Тайтонов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.